В Челябинске девушка избила таксиста. Пассажирка отходила мужчину рюкзаком. А все из-за того, что он отказывался вести ее с ребенком. Я вот по записке. О, меня еще. Оказалось, что дама заказала машину не по детскому тарифу. Кресло для ребенка у водителя не оказалось. Он заявил, что не повезет клиентку. Девушка, с ребенком нужно вам детский тариф было вызывать. Ничего страшного. Вы будете выходить с моей машины или нет? А потом начались взаимные оскорбления. Девушке пришлось выйти. Почему мужу позвонил, скажи, что камеру уберите, сказала. Я тебя в поддержку. Уберите, сказала.